Дорогие друзья, вы на канале Блондинка Жарит. Мой тут лапусечка мне будет помогать готовить что? Свиней с крепочкой и с курочкой. Жульен. Ну, скажи, Жульен. Жульен. Курочку я уже порезала, на масле сейчас буду обжаривать. И займемся грибочками. И еще сырочек у меня уже натертый. Сейчас будем все это делать. Круто. На сковороде жульен, упрощенный рецептик. Ничего не буду печь долго, годами. Потому что надо уже кушать. Пока жарится мясо, у меня есть универсальный очиститель лука. Нарезаю лучок и промываю грибочки. Курочку я буду обжаривать, чтобы была корочка, так вкусней. Теперь этот лучок кладем. Сюда, верно? Сюда, верно. Клади весь. Ну все, что там есть, все и клади. Я накрыла крышечкой. Дотушивать вместе с луком. Курочку. Грибочечки я порезала. И сейчас, вот буквально минут через 5, буду их класть. Нарезала крупным, любим так. Можете резать мельче, пожалуйста. А тем временем я буду делать соус такой. Значит, у меня молоко безлактозное. Здесь не полное, наверное, половинка. Грамм 100 я наливаю. И туда добавлю крахмала. Немножечко буквально для загущения. Чайной ложечки достаточно. Если бы у меня был безлактозный, я обычно покупаю творожок такой жидкий, я бы добавила его. Или можно йогурт добавлять. Ну, ничего страшного, с молоком будет не менее вкусно. Тем временем я буду добавлять соль и продолжать тушить. Все, достаточно зажарок. Теперь выливаю молочную смесь. Добавляю грибы, размешиваю и минут 5 тушу с накрытой крышкой. И теперь обильненько посыпаем все сыром. Можно любой использовать, у меня уже тертый. Буквально на минутку крышечкой накрываем. Я даже уже выключаю. Так. Вот. И все. Можно подавать. Друзья мои, вот такая вкуснятина получается. Очень вкусно. Когда он постоит, он, конечно, застынет и не будет вот этой жижи. Но я люблю кушать горячим. Приятного аппетита!